Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, кубок аллигатора, сегодня попробуем взять 3000 кубков. Поехали. Больше практики, да, друзья мои, больше практики. Но когда мне эту практику набивать? У меня помимо этой игры, ты сам знаешь, есть еще сотни других. Поэтому нет у меня возможности практиковаться тут особо сильно. Ну, я к тем ребятам, которые говорят: о, как же ты плохо играешь, как ты там с машинами, все туго. Конечно, туго, ребят. Оу, щит. Да ладно, блин. На какой-то говносрачке меня обогнал, прикинь. Я манал, блин. Ладно. Давай, лети ты на своих крыльях-то. На крыльях счастья, так скажем. Давай, только... Ну! Слушай, он сейчас другой уже чу... Оу! Тихо! Я... Сделал. Крыша отвалилась, ребят. Я думал, что все, кобздарики. Но нет. Пока по очкам на первом месте. Пока. Как же у нее стартует-то намедленно, а, друзья? Вот это мне нравится, что здесь... Да тут все прилетают, не только я. Какая-то фигня там. Все под колеса. Все под колеса. Е! Нормально. Первое место. 8 очков я получаю. Все четенько. Че это, не надо мне вот этого всего твоего. Так, открываем касанием. Или как, да? Ну, в этом сундучке нам выпадает 2750, защитные плюс амортизаторы. Плюс амортизаторы. Гонка. Так, вид. А что за вид? А, вид. Так, у нас ковбой, да? У нас шмотка ковбой. А тут у нас еще есть. Вот это меня добивает. С тяпкой. Так, это у нас не то. Ну, тут очень много всяких этих костюмов. Штаны новые. Да это что такое? Что это за кальмар какой-то? Какой-то кальмар. Машина. А где вот эти, интересно, краски взять, а? Новые, ребят. В данный момент у меня только вот такая, обычная. Обычная стандартная краска. Коробка передач, сцепление, турбо. Я прокачаю себе турбо. Ну что, поехали. Так. Ну, ничего себе там. Так, стоп. Домики, это все дела, это понятно. Ну, вообще моментально. Просто моментально залетел, ребят, на финиш. Все конкуренты там где-то позади остались. 2-1. Угу. Круто. Слушай, мне кажется, вот если ей крылья прокачать, что это дает нам крылья? Что он дольше будет в воздухе, да, наверное, находиться? Или быстрее лететь? Что-то же должно делать от прокачки крыльев. То есть вообще нормально так. О, а тут всего две гонки было. Так, ну давай тогда откроем. Сейчас прям. Так, ну что, забираем деньги, все остальное, поехали. Уже потихонечку начинаю, ребят, привыкать к кролиной машине, если честно. Теперь даже не хочет... Ох, ничего себе, парень. Так, ребята, здесь... Блин, ну нафига я сбросил скорость? Я же не знал, что тут вот так вот. Опять? Смотри. Юх, блин. Так, тут гора. Тихонько. Ага.
И прям на финиш. Слушай, ну нормально. Интересно, вы говорите, что раллийка считается одной из трех лучших машин в хилл-климбе. А кто идет первый и второй, если она одна из трех лучших считается? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно знать. Просто для себя, ребят. Хочется узнать. Ага. А как вот тут? Вот, я понял. Да куда ты? Ну, свин хрякович. Я никак не могу приловчиться к этой, ребята, штуке. Вот хоть ты что делай. Второе место. Как там нужно так вот сделать? Я понимаю, что нужно перевернуться и не упасть, а нужно ехать. Но это не тяжело сделать, ее все равно проносит. Ёк-макарёк. Повезло тебе, свин хрякович. Чё у нас машина дымится? Не долбанись, пожалуйста. О да, о да. И первым. Нормально. Капот дымит. Такой пошел в лужу ее остудить. Замечательно все идет. Так что, друзья мои, еще раз говорю, не надо там судить, что плохо играю и хорошо. Я же тут не какой-то тут чемпионат мира собираюсь выиграть. Это же игра. Не нравится, как говорится. Есть другие люди, которые снимают эту игру намного лучше. Идите, смотрите, что вы. А то, что вы говорите, что плохо играли, там машины не прокачаны, я как будто без вас этого не знаю. Мне от этого может быть еще больше интереснее. Хочется и научиться в нее играть, как говорится, и открыть машины все. Есть какой-то стимул. Да, замечательно. Так, и последняя у нас гонка. Мне кажется, здесь нет смысла держать на зеленой этой штуке, да? Именно на ролике. Почему именно мне в кактус повезло врезаться, а? О, подожди, да. Да чтоб тебе, ты специально... А, тут нормально. Вообще шикарно проехал. 9 очков я получаю. Первая позиция. Опа. Так, давай, наверное, откроем. Так, ну тут мало денег, мало всего. Так, скинул задание. Маневр 400 в горах. Сделай 5 поворотов на супердизеле. Так, нет, я лучше поеду дальше. Трасса Билла. Билл это же у нас из первой части, да? Главный гонщик. Или здесь тоже его звать Билл? Воу-воу-воу-воу, тяжело-тяжело поднимайся, но поднялись. Тихо ты, чуть не перевернулся, а? Ты посмотри на него. Е! Первый, друзья мои. Так, карусель, поехали дальше. Я, знаешь, что представляю, как она будет шпарить, когда ее прокачаешь по фулке. Вообще, наверное, топово будет. Ну, тут, ребята, смотри-ка. Не уступают мне, не уступают. Не хотят отдавать свои места. Но, тем не менее, им придется смириться, так как мы первые. Уже гонки более такие напряженные, в отличие от самых первых моих заездов, где можно было поприкалываться по полной программе. Здесь уже что-то не до приколов. Тут все очень серьезно. Ты посмотри, а? Джипарь, вали. Вот, а он еще... Он еще там крутит Кэдди. Прикинь, кульбит еще там наяривает. Умудряется. Ну, а я первую позицию беру. И того у меня 9 очков, соответственно, первое место. Тоже свин хрякович. Ну и смотри, у нас тут сундук. 4500. Опа. Заключенный.
И это открываем. Ну-ка, сколько? 2750, амортизатор и тяжеловоз. И 17 тысяч монет. Столичный кубок. Проехать через. Да, плохо-плохо, ребята, старт сделал я. Единственное, что, может быть, сейчас раскочегарюсь. Может быть. Так, тихо-тихо, не залетай на эту ерунду, она нам не нужна. А здесь нужно аккуратненько. Окей, можно теперь подгазовать. А, тут уже и финиш. Ну, нормально. А в чем, кто-то говорит, плохо играешь? Ребята, а в чем плохо играю? И у меня, сколько я замечаю, у нас пока призовые места. Ну да, я не спорю, что не на всех, возможно, трассах. У меня так получается, не на всех. Ну, коэффициент выигрышей и проигрышей, по-моему, тут очевиден. Так, а у него вон какие колеса. Я сразу определил его по колесикам. Ну? Ты понял, как надо вырывать первые места? Зубами просто. Он поверху, я понизу. У него сейчас, наверное, обидка на меня, да? Ну, это, наверное, боты, скорее всего, играют здесь. Ребята, вам не кажется, что вроде как такое поддергивание экрана? Или это у меня уже глюки? Фух, чё себе. Или мне кажется, или как-то прерывисто так играет. Но тем не менее, 9 очков, ребята. Опа, и... Да-да-да, 30... кристаллов получаем. Так, дай-ка я вот это вот активировал. Так, тут 18 деталей. Следующая награда 6 тысяч кубков. Ну там почему-то не видно, что будет. Ладно, давай еще. Блин, может попробовать сундук накопить. Ай, вот одна из моих ненавидящих трасс, ребят. Ой-ой-ой. Ого, смотри, смотри, на чем он едет. Это что за машина, ребят? Бирпс. Ать. Ай, блин. А было все хорошо, ребят. Было все замечательно. Теперь я даже если первые места буду занимать, все равно мне его не видать. Опять то же самое. Развернула машину, ребята, вниз головой. И ничего сделать. Ненавижу эту трассу. Нет, она нормальная, но когда нет вот этих вот слишком крутых пеньков, вот это все вот. Просто где можно там через... А, это черепаха, помнишь? Через которую можно перевернуться и все. И она тебе все запорит. Да надо же, первое место занял. Ё-моё. Ну, тут после... А, еще одна гонка. Вот этот вот пень самый такой заковыристый. Че, музыка такая мрачная там звучит. И опять же первое место. Ну, всего лишь 6 очков, там, не знаю, ребят, может быть, третье место. Ну, второе. Так, еще два... О, шахты. Еще шахты. Попробуем на шахтах поиграть с тобой. На третьем канале, ребята, вышла очередная серия по Hill Climb первой части. Так что заходите, смотрите. Купил там мотоцикл и куролесил ржать... Не перержать. Только я так мог чудить. Или просто мотоцикл такой. В общем, смотрите, заходите. Так, вау, ну тут хорошо. Да, вот насчет маневренности я с вами согласен. Она очень маневренная, в плане того, что можно с крутого подъема резко вниз пойти, а не вверх, как вот на супердизеле. На супердизеле ты
Ну, невозможно это сделать. Она если летит вверх вот так вот, то все, это сразу крышка. Так, что это? Я понял, я пойду вниз. Так, вот здесь, наверное, уже подгазовывать надо. Воу! Фартануло. Пацан к успеху шел. Машина дымит, но... едет. Едет мой чахлик, едет, ребята. И все отлично у нас получилось. Последняя трасса. Последняя гонка. Такая жаркая битва. Ну вот эта вот машина еще, да, мне нравится тем, что она... Ребят, что вниз головой, что... Что вверх головой, у нее колеса подстраиваются. Всех обманул. Я уже, в принципе, предугадал, что там будет за... Как будет там трасса, в принципе, стоять. Из-за этого я, конечно же, тут выиграл. Так, разблокировку. Так, форсаж, новинка. А почему новинка? У меня же была уже эта форсажка. Так, Миша, ты активный, у тебя 170 км. Так, ребят, я хочу сразу к замам обратиться. Много жалоб получаю в комментариях, что вы удаляете без объяснений ребят, у которых очень большие проезды, я имею в виду в плане по километражам и тому подобное. Жалуются ко мне. Ребят, вы... Если вы удаляете, то вы объясните причину. Потому что я не могу этого проверить и доказать чего-то. Но если так дело дальше пойдет, мне придется вас просто-напросто снять с постов с этих и все. Так, Скрудж, Моррисон. А мы можем... Давай посмотрю, если я продолжу, например. 2500. Гонка. Она же у меня, по-моему, в горку фиг заедет, да? Не перевернись ты у меня там, господи. Так, ну тут быстро мы как-то доехали. К конспиративной квартире. Новый рекорд. Так, еще рекорд надо бить сразу же, да? А-а-а! Твою налево, блин! Ну да, лопухнулся я здесь. Не надо было мне вот там вот тогда тормозить вот так вот. А одного поймали там чудика-то. Ну как одного, он и был вообще-то один. А я сделал, ребят, рекорд. Фью. Оу. Дождался, а? А как я тут сделал? Да. Да что ты вцепился в меня, а? И все. Короче, знаешь, что надо здесь сделать? Я понял. Сейчас попробуем, получится или нет. Короче, вот здесь мы сбросим с тобой скорость. И вот так поедем. Понял, что я сделал? Ну? Да давай ты быстрее, там этот же бежит, дракон. Пипец просто! Просто пипец, друзья мои! Какой там... Это та же самая трасса, да? Да, это та же самая трасса. Не хватает, ребят, не хватает ей прокачки, к сожалению. А, время, все. К сожалению, кончилось время. Ну, 75-е место.
Ты посмотри, сколько ролик. И первое место тоже на ролике. Жалко, нельзя. А, можно посмотреть. Это что такое? Легенда 322, 3 268. Мощность гра... Так, понятно, ребята, почему они так делают, почему я их не могу догнать. Я их не догоню никогда. Ты видел мощь гаража? Вообще мощь всего. Я там нубас просто. Это люди, которые... Я даже не знаю, сколько они тут в нее играют. Они только в нее играют. С самого начала, как только игра, наверное, вышла в свет, дрынькают на ней. Понимаешь? 32 миллиона, блин. Не всем дано проехать эту трассу. Тем более без суперколес. Очень тяжело, когда сцепления нету. А нам все по плечу, да? Ну, действительно, ролика, вот сейчас мы ее когда прокачали, она более-менее показывает действительно неплохие результаты. Тут я с вами соглашусь. Да мне кажется, тут любая машина. Ты видел, что там, кстати, рекорды ставят не только на ролике. Там еще одна машина есть. Как она там называется, ты уже забыл. Воу-воу-воу-воу, давай без этого. Доезжай. Есть. Там уже горючка запипикала. Нормально. Так, еще есть разок проедем и получим медальку. Получим, откроем еще один сундук. Так, это опять с падениями, по-моему, да? Не? Тихо. Да. Да. Рэй, ну что ты вытворяешь, а? Сам боюсь того, что я вытворяю. Лечу как сумасшедший. Просто уже, знаешь, интуитивно, ребята. Куда, чего? Опять этот карлик бородатый там вырывается вперед, а? Давай, давай, родная моя. Такс. Я, наверное, догадываюсь, что здесь у нас. Или это не то? Нет, это не то. Я думал опять где-то вниз падать. Ну, ты понял, да, о чем я говорю. А здесь была вот такая вот типа обманочки. Я... Зачем, ребята, вот это... Все сношу себя. Вы сами сказали, что она становится облегченным вариантом, и у нее скорость быстрее, поэтому я и врезаюсь во все это и, естественно, ломаю ее. Ну, делаю из нее облегченный вариант. Она дымит, чадит, ну шпарит, будь здоров. Ну ты сам видел. Да-да-да, первое место. Так, друзья, открываем сундучковский. Так, а здесь... Так, что у нас тут? Магнит, стартовые деньги. Еще, по-моему, вот это можно, да? Нет, нельзя. А, была не была. Поехали дальше. Поехали дальше. Может быть, доберемся с тобой до деталек тогда уж сегодня. Упс. Оу-оу-оу, а там что за машина? Это ролика? Первый мид, ролика. Вопрос, когда он приземляется на землю, откуда у него такое ускорение зверское появляется, а, ребят? Непонятно, ладно, фиг с ним. Третьим я приехал, третьим. Вот она, потеря скорости.
Гаппи 2020, отойди. Нет, тут тоже, ребята, я третьим. Там третьим, тут третьим. А это у нас... И хоть бы кто-нибудь развился. Никто вообще, ребята. Ну нафига я сюда поехал? Че, я сам последний? Нет, не сам последний. Джанни там сам последний у нас едет. Ну что, третье место у меня получается, ведь так? Ну да, третье место. Но фиг ли ты назад-то попёрся. Так, что у нас тут? О, деревня. Дом родной. Фига там королева. Ой. Попрыгушка, да, значит? Я видел, видел, видел там. Прыгунчиковые рессоры. Видел, как залетело там? Оу. Давай, давай, родной. Да куда ты? Что делаешь, блин? Совсем что? С ума сошел. Пляски такие устраивает он мне. С передка на задок. С задка на передок, блин. Ты завязывай давай, Билич. Блин. Так. Она не успокоится, да, я смотрю. Бамс. Как? Но все равно я первый. А, нет. Нет, первый, ребята, у меня. Сколько получается? 7. А, тут тоже 7. Ну-ка. Я все-таки первый. Фух. Лучшие они и есть лучшие. Горные мосты. Блин, когда я накоплюсь еще на одно улучшение-то? Хочу улучшить еще себе ролейку. А че он там? Да, ребят, я не знаю, что случилось с тачкой. Она что-то вообще... Да ладно, ты серьезно? Вот это да, ребят. Вот это да. Ты, ну ты видел, что произошло. Просто их перед финишем. Просто всех подрезал перед финишем. Да что ты опять-то? Что мне стартует-то она как не знаю кто? Да-да-да, лучше так сделать. Лучше сделать это так. Многие машины, я смотрю, потеряли в скорости там. На этих ухабах, трамплинах. Вот ролейка, ой, ролейка. Вот супердизель бы у меня бы там, как всегда, начал бы прыгать. Он попрыгунчик-то у нас еще тот. Ты знаешь. Ты же видел, как у меня ролейка. Ой, не ролейка этот. Скажи, я скажу. Супердизель-то, как он у меня там наяривает. Оу, щет. Что? Что? У него что-то... У него что, мягкая голова? Как такое могло быть? Я не знаю, ребят. Это какое-то... Это просто чудо какое-то. Он перевернулся, он шею бы... Бил бы себе шею бы, свернул здесь только шорох бы. А этот, как, знаешь, как... На мягкой голове прокрутился и все... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Да иди ты знаешь куда. Не знаю, хорошо это или плохо.
Нет, 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 не надо. Все, ребята, из-за горючки. Я из-за горючки проиграл. Третье место у меня. Где там? Где там горючка? День чего? День гонок? Вау. Я в первый раз вижу чувака на моноколесе. Я его даже не видел. Прикольный. Он лихо так начал. Что-то там, правда, застрял где-то. И трассу я такую не видел. Или видел, просто забыл. Как же там было все-таки, а? Что с горючим-то? Как с горючим-то у меня там, конечно, не очень хорошо получилось. Видишь, он начинает круто. Он мне практически не уступает, но, видимо, им то ли управлять тяжело. Оу. Нет, нет, нет. Идиот. Поезд Булгакова или кого там. Идиот. Так запороться. Просто нелепо. Засмотрелся, блин, на этого хмыреныша. Ай, ладно. Тут первым. И что получается у нас? 3, 3, 6 очков. Первым. Ну, мои детали, конечно, мои. И выпадают нам амортизаторы. Ну, друзья мои, вот теперь можно, наверное, и закончить сегодняшнюю серию. Да? Да. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!